Дорогие друзья, и вот обещанное видео с супермаркета AgroHub, которое я снимал ранним утром и показывал вам, как я добираюсь до этого супермаркета по проспекту Чавчавадзе. Специально снято так, что, в принципе, цены рассмотреть вы сможете. Обзорчик не очень большой. Вот, обращаю ваше внимание на сыры. Это сыры не местные, это сыры завозные, в принципе. Показывал немножечко колбасу. Хорошие скидки очень на грузинские вина, дорогие друзья. Обратите внимание, в эти жаркие дни прохладное грузинское вино самое то, что нужно. И это... Как говорит доктор Лео Бокерия, нужно принимать как лекарство, но при этом, естественно, не забывать про чувство меры. Далее обращаю внимание на готовую продукцию у Агрохаба. Очень вкусные, кстати, вот всякие пельмешки, хинкали, вареники и свои, конечно же, вот эти вот, которые, вот видите, вот свои есть. И разных производителей, в том числе и зарубежных. Вот свои, которые, они просто идеальные, потому что у Агрохаба есть свое производство, производственные цеха, где занимаются выпуском готовой продукции именно для прилавков собственных, в том числе и молочной продукции. Есть просьба от наших зрителей запечатлеть мясо, но я не подошел к этому прилавку, так как ребята как раз к утру его обновляли, было не очень интересно. И, конечно же, агрохабовский знаменитый хлеб. Это вот тостики, кто любит тостики, обязательно можете брать. Очень мягкие и, самое главное, не покрываются плесенью мгновенно. Сейчас какое-то несчастье с хлебом, сразу он плесневеет. Раньше он подсыхал, сейчас плесневеет. Это, наверное... Тоже вина того, что что-то непонятное добавляют в основном на наших хлебзаводах. Вместо консервантов получается совсем наоборот. И вот эти вот хлеба, вот черные, да, вот серые, они тоже очень вкусные. Я любитель агрохабовского хлеба. Здесь и грузинские шотиспури тоже очень бывают вкусными, но за ними нужно приходить уже где-то после 8 утра, потому что пекарня начинает работать с 6 часов, и пока весь этот производственная цепочка дойдет до готовой продукции, уже около 8 часов утра уже у них есть. И вот знаменитая выпечка агрохабовская, вот этот Наполеон, я бы от него не отказался, и киевский торт очень вкусный, и их фирменные фруктовые всякие тортики, в общем, все очень вкусно. Всем большое спасибо за внимание и до встречи.